Есть предложение это самое продолжить. Я не могу, если время останется, тогда, а иначе все у нас уже, все пойдет на перекосяк. Я вот подумал, что я, наверное, много ошибаюсь, когда играю стоя, поэтому решил попробовать сидя. Может, будет лучше. Ну все, можно начинать, да? Ну, как я обещал, у нас вторая часть будет наиболее авиационная. Начнем мы ее с одной из моих визитных карточек про самолеты. Ренат. И поверьте, красоту нельзя обнять у самолета. Даже если совершенно непривычный цвет окрасить. Вы поверьте, красоту нельзя обнять у самолета. Даже если цвет зеленого горошка разокрасить. И неважно, Туполь Боинг или Аэробас 300-й, посмотрите, как он рулит по перрону, как взлетает. И поймете, не бывает некрасивых самолетов. Потому что некрасивых самолетов не бывает. Так вот, будет
галопом по Европам. Даже если мы начнем с курсантской темы. Мы так, по типам. А начнем курсантскую тему из выступления на разводе майора Дардуки Царствия Небесного Валерия Андреевича. В прошлом году. Но, как говорится, песню эту он знал и любил про себя. Он и сам отписал в ВКонтакте, там, майору. Имеют место самовольные отлучки, и распорядок продолжают нарушать. Предупреждаю еще раз, на всякий случай, за это будем беспощадно отчислять. Вы все не против, так сказать, поразлагаться и легкомысленных девиц осеменять? Предупреждаю, кто нам будет попадаться, того мы будем беспощадно отчислять. Есть для курсанта непочатый край работы, с лопатой нужно от учебы отдыхать, а если чем-то недоволен будет кто-то, того мы будем беспощадно отчислять. Курсант вообще не человек, пора привыкнуть, и так же нечего права свои качать, а если кто-нибудь захочет против пикнуть, того мы будем беспощадно отчислять. Курить нельзя и пить нельзя, нельзя жениться, и только носом разрешается дышать, а если кто-нибудь захочет возмутиться, того мы будем беспощадно отчислять. Ну, кажется, и все, да? Все вы с ними, да? А, я тебя чуть не забыл. Я слышал, умный среди вас тут слишком что-то. Про командиров любит песни сочинять. Предупреждаю, может он не стать пилотом. Поймаем, будем беспощадно отчислять. Спасибо. Когда плейлист сочинял, составлял, вернее, сочинял. И жена сказала, только попробуй не спеть про инструктора. Как это отец Федор говорит, только волю пославший мя жена. Я вошел в кабину, сел, кресло подогнал, пристегнул ремни, напялил гарнитуру. Вот опять передо мной торчит штурвал, и сидит инструктор мой, какой-то хмурый, дают добро. И я без лишних слов рулю, и вот мой самолет на старте. К полету я морально не готов, ну да ладно, бог с ним, контроль покажет. А инструктор до сих пор слова не сказал, смотрит так и все молчит, что это с ним творится. Плавно, плавно на себя я беру штурвал. Ничего, сейчас он у меня разговорится. А самолет, как очень вредный бык, все норовит то вверх, то вниз, то вбок. Ну, наконец-то, вот он первый втык, за то, что скорость выдержать не смог. Я потом еще чего-то сделать позабыл, а инструктор оживился, веселее стал. Он мне столько всяких разных слов наговорил, о которых раньше и не подозревал. Он говорил про это и про то, и даже чью-то маму вспоминал, и все не мог понять, но кто же кто меня к нему на голову послал. Дальше больше из меня вот течет рекой, и уже не слышно,
что в эфире говорят. Так кто же мог подумать, что болтливый он такой. Напросился я, вот теперь и сам не родной. Его уж не остановить и громкость не убавить, вот беда. Я думаю о том, как до земли дожить. Сейчас все остальное ерунда. Слава Богу, наконец-то завершен полет. А меня хоть выжимай, до того я мокрый, а инструктор мой охрип и больше не орет. А он, когда молчит, всегда такой родной и добрый. Шатаясь, из кабины выхожу. Прости меня, инструктор дорогой, я отдохну, в салоне посижу. Пускай тебя послушает другой. Тот, кто в нашей шкуре не был, вряд ли нас поймет. Мы живем с мечтой о небе, уж который год. Но еще одно желание мы твердим, как заклинание. Если нам порою не везет, ой, хочется домой, можно помогать. Ой, хочется домой. Дома сладкая еда, есть горячая вода. Ой, хочется домой. Здесь жестокие порядки, как и не горевать. Нас гоняют на зарядки, не дают поспать. За людей нас не считают, все на свете запрещают. Как по дому не затасковать. Ой, хочется домой. Хочется домой. Дома нет, подъем, отбой. Дома жизнь совсем другой. Ой, хочется домой. Наша жизнь, как слишком долгий кошмарный сон. И начальники, как волки, рвут со всех сторон. И случается, не скрою, после ужина порою слышен чей-нибудь предсмертный стон. Ой, хочется домой. Ой, хочется домой. Когда попаду опять туда. Ой, хочется домой. Ой, хочется домой. Ой, хочется домой. Дома сладкая еда, водка пьется, как вода. Ой, хочется домой. Спасибо. Нет, спасибо вам, у вас получилось лучше, чем у меня. Это было от души водить. Как и все остальное. А почему мы так это стойко переносили все эти тяготы и лишения этой нашей нелегкой жизни? Потому что впереди нас ждала самая красивая работа.
тебя за горизонт, кто тебе сказал, что тебе все это надо? И какой бесспорный был резон рваться в небеса через все преграды. Просто даже в слове высота слышится романтика полета. Самая красивая работа связана с желанием летать. Оглянись назад без суеты, вряд ли сможешь ты сам себе ответить строго. Кто из вас дорогу выбрал, ты или же тебя выбрала дорога? Вечно в этом слове высота будет неразгаданное что-то. Самая красивая работа связана с желанием летать. В этом слове высота будет недосказанное что-то. Самая красивая работа связана с желанием летать. Я совсем забыл. Мне тут сказали, что у меня следующий концерт в этом зале будет 4 февраля. И вот, и те, кто, может быть, желает выбрать места получше, это можно будет сделать уже после этого концерта. Вот. Ну, 4 февраля это маленько раньше, чем день Аэрофлота. Я вас подготовлю, а там уже справитесь. Начало будет 4 февраля в 19. А? 19. 19 все-таки, да? Ну, вот 19, значит. Продолжать нашу передачу. Следующая песня посвящается моему бортмеханику Николаю Николаевичу Буздарину, который давно уже отошел в мир иной. Но эта песня была написана при его жизни. Мы с ним летали вместе на самолете М-24, и как-то вот, появилось желание попить пиво. Вот. Ну и пока он ко мне ехал, я быстренько сочинил эту песню.
Давно мы, Коль, с тобой не пили пиво. Наш самолет без устали летал, а жизнь разнообразна и красива, и в ней не только руды и штурвал. Есть много в ней событий самых разных. Бурлит она, как горная река. Давай мы с тобой устроим праздник и посидим за баночкой пивка. Ну, то есть, когда говорю, что баночки тогда были 3-литровые. Потому что, вот сейчас вот баночное пиво уже другое. Бокал налит, некуда спешить нам. Как говорится, хорошо сидим, поговорим о бабах и машинах, и многое обсудим, решим. И незаметно, но закономерно, наш разговор в конце концов свернет на тему, коей преданы безмерно, на небо, на полет и самолет. Припомним все, что с нами приключалось, как ветер в Уренгое нас сдувал, как дверь у нас на взлете открывалась, как ты ее в полете закрывал, и как чуть было водка не пропала, и как чуть было не стряслась беда, когда в наш лайнер молния попала. Ты помнишь, как тряхнуло нас тогда, когда чуть-чуть не хватит нам с тобою. Ты скажешь, я же знал, она нужна, и извлечешь бутылку зверобоя из кармана, которая была припасена. Как ты сумел об этом догадаться, не будет непонятно никому, и я не перестану удивляться умению предвидеть твоему, и я не перестану удивляться умению предвидеть твоему. Сейчас будет песня «Предполетный осмотр». Вот. Я перед ней тоже такой коммент ставлю небольшой. Дело в том, что мы как раз летали вот в том же самом экипаже, про который написана песня «Экипаж». И мы откуда-то прилетели, и у нас было несколько дней перерыва в полетах. И мне предстояло, значит, пройти ее мне уже после 40 лет. Значит, дополнительное обследование медицинское положено проходить. Вот, и одно из этих неприятных обследований, да, я в шутку называл «посадить на кол». Летчики знают, да? Ну и, значит, я тут ухожу, говорю, все, мужики, посадят меня на кол. И тут же фраза из этого, из фильма «На Дерибасовской хорошая погода», когда герой Хартянка говорит: а вот полковника Петренко враги на кол посадили, ничего, только выправка лучше стала. Ну, значит, я эту процедуру-то прошел и как-то быстро про нее забыл. На следующий день, может, через день, мы зашли с женой в магазин, семинар у нас там есть, и купили новый костюм, такой под форму, да, то есть там шевроны нашили. И на следующий вылет вот, по-моему, как раз куда-то мы в район Краснодара-то и летели. Я уже забыл, что я проходил этот, что меня на кол посадили. А технология работы на самолете Ту-154. Инженер приходит раньше, узнает номер борта, узнает предварительную заправку и идет готовить самолет. Остальной экипаж, там штурманский, подписывает документы. И уже, когда мы подходим к самолету, бортинженер командира встречает, докладывает, что самолет осмотрен, замечаний нет, если будет устранены, там заправка столько-то и так далее. И, значит, все, мы подготовку штурманской. Идем к самолету, короче. Костя идет мне навстречу. Вот Костя — это как раз бортинженер, который вылетел вот командиром недавно. Вот. Я иду, значит, в новом костюме, вот такой, навстречу ему, и говорю: Костя, ну как? Он так посмотрел на меня. Ну да, выправка лучше стала. Да?
Па-ба-да-ба-да. Па-ба-да-ба-да. Па-ба-да-ба, па-ба-да-ба-дам. Па-ба-да-ба, па-ба-да-ба. Па-ба-да-ба-да. Па-ба-да-ба, па-ба-да-ба-да. Здравствуй, друг ты мой потертый, Ту-154-й. Нашей встрече рад я, как всегда. Как здоровье, состояние, по полетному заданию, нам свой рейс на Краснодар. Как здоровье, состояние, по полетному заданию, нам сегодня рейс на Краснодар. Обойду неторопливо, осмотрю несуетливо фюзеляж и крылья и шасси. Все в порядке, все здоровы, и хоть ты, как я, не новый, но готов лететь и полон сил. Все в порядке, все здоровы, и хоть ты, как я, не новый, но готов лететь, готов и полон сил. Мы с тобой во многом схожи, да и судьбы наши тоже. Облака, приборы, привода. С одного того же года, я с Авлуги, ты с завода. Помнишь, как блестели мы тогда? С одного с тобой мы года, я с Авлуги, ты с завода. Помнишь, как блестели мы тогда? Мы немало полетали и немного подустали, и тот лоск уже не возвратить. И как жаль, какое гадство, что года мое богатство ни продать нельзя, ни раздарить. И как жаль, какое гадство, что года мое богатство ни продать его нельзя, ни раздарить. Рано на покой стремиться, порох есть, как говорится, но запал, увы, уже не тот. И красотку-проводницу, ту, что у дочки мне годится, отвезет домой второй пилот. И красотку-проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот. А мы сейчас с тобой завьемся, и сквозь облачность пробьемся, и ударит солнце свет в стекло. И как в первый раз когда-то вновь поймем судьбой крылатой, нам с тобой в жизни повезло. И как в первый раз когда-то вновь поймем судьбой крылатой, нам с тобой в жизни повезло. Па-ба-да-ба-да, па-ба-да-ба-да, па-ба-да-ба, па-ба-да-ба-да, па-ба-да-ба-ба-да, па-ба-да-ба-да, па-ба-да-ба-да. Ба-ба-на-ба-ба-на-ба-на. Следующая песня тоже по самолету 154. Называется она «Когда летишь на восход». Год, да? Я уже говорил, что я эту песню спел, потому что не люблю посещать город Владивосток. Но я это пел из-за того, что там она что-то рано спать хочется. Ну, вот. Владивосток меня ни разу так и не пригласили. Вот, да. Да тот из Владивостока прилетал. Как ты летишь на восток, ужасно хочется спать. И город Владивосток я не люблю посещать. Я не люблю по три дня в плохой гостинице жить, где пить, конечно, нельзя. Но невозможно не пить, когда летишь на закат. То спать не хочешь совсем. Люблю летать в Ленинград, в Москву летать любят все. Про Сочи что говорить, тут все понятно и так. Там можно даже не пить, и все равно красота. Когда летишь хоть куда, короче, путь по прямой. И больше всех я всегда люблю дорогу домой. Люблю войну.
войти, не стучать и не спугнув тишины, смотреть, как тихо сопят во сне мои пацаны. Люблю войти, не стучать и не спугнув тишины, смотреть, как тихо сопят во сне мои пацаны. Иранская тема, она тоже, в общем-то, тоже самолет Ту-154. Да? Где про иранскую штуку? Можно? Это о тебе касается. Хочешь потом? Ну, хорошо. Мы когда вот в 90-е годы летали в Исламской Республике Иран, значит, это не только была возможность поправить свое материальное положение, потому что там платили в долларах. Правда, их надо было еще вывезти, там была абсурдная ситуация. Платили в долларах, а вывозить их было нельзя. Их там прятали, там как-то там передавали, ловили даже, там кого-то отбирали, но правда потом возвращали. Вот. Но, кроме всего прочего, это не просто так возвращали, это там через каких-то там начальников, там, в общем, сложно было. И прятали-то по-честному, и боялись по-честному. Вот. Но, кроме всего прочего, еще вот в 90-е годы, когда у нас ничего в магазинах не было, из Ирана везли сантехнику, кафель, все там, всевозможные там, какое-то оборудование, мебель. Вот. Поэтому это, кроме возможности поправить свое материальное положение, еще была возможность прибарахлиться. Если кто сюда приехал от тоски и ради смеха, то, признаюсь откровенно, это был совсем не я. Если честно, между нами все мы едем за деньгами, хоть у каждого программа исключительно своя. Салям подапись, значит здравствуй, до свидания. То в закидание, то в ободание я, и жизнь похожа на полетное задание. И все к Хадафису готовятся заранее. Здесь спокойная работа и проблем совсем немного. Здесь морально отдыхаешь от дорог и дураков. Экзотики хватает, только все надоедает. И смотаться на побывку каждый здесь всегда готов. Салям, Хадафис, значит здравствуй, до свидания. То в закидание, то в ободании я, и жизнь похожа на полетное задание. И все к Хадафису готовятся заранее. Мы летаем по Ширазам, Тегеранам и Ахвазам, зарабатываем баксы, нету времени скучать. А в далекую Россию мы увозим унитазы, чтобы дома об Иране никогда не забывать. Салям, Хадафис, значит здравствуй, до свидания. То в закидание, то в ободание я, и жизнь похожа на полетное задание. И все к Хадафису готовятся заранее. Салям, Хадафис, значит здравствуй, до свидания. То в закидание, то в ободании я, и жизнь похожа на полетное задание. И все к Хадафису готовятся заранее. И все к Хадафису готовятся заранее. И все к Хадафису готовятся заранее. Спасибо. Я попробую.
совершенно у меня опять запланированное. Начал вносить коррективы в программу. Я что хочу сказать, в дополнение к спетой песне или в пояснении, да, понятно, да, что салям это здравствуй, хадафис это до свидания. Вот. И кроме у русских халабанов, хадафис еще сначала накрыть поляну перед отъездом домой. То есть когда экипаж, который отработал, и вот должен был уезжать в ближайшее время на базу, он накрывал поляну и все сообщество гуляло. Всегда это были такие посиделки душевные, с песнями, с шутками, в общем. Всем это дело нравилось. Поэтому вот все к хадафису готовили заранее. Во-первых, готовили вот эту вот мебель, сантехнику, да, вывоз, потому что там огромная машина груженная выезжала, грузили это дело в самолет. Ну и второй это вот накрывали стол. Песни из иранского периода. Нет, я же говорю, что у меня вот возрастные изменения в лучшую сторону. Мне сейчас придется делать корректив в программу, потому что нужно перерыв делать между песнями, которые под минус и не под минус. Поэтому, Ренат, мы сейчас споем «Давайте вернемся». Эта песня тоже иранского периода. Вернемся в холодную позднюю осень, в ту позднюю осень, где листья давно облетели, в ту позднюю осень, где завтра зима и метели. Давайте вернемся, давайте у Бога попросим, а там первый снег перемешан с дорожной грязью, из веток сырых нам костер разгораться не хочет. Давайте вернемся, ведь я не просил вас ни разу. Давайте очнемся холодной ноябрьской ночью, и небо обрывки там ветер куда-то уносит, и кисти рябины от первых морозов застыли. И так неуютно, но все ненадолго отбросим. Давайте вернемся туда, где мы счастливы были. И кисти рябины от первых морозов застыли. И так неуютно, но все ненадолго отбросим. Давайте вернемся туда, где мы счастливы были. Давайте вернемся в холодную позднюю осень. Давайте вернемся в холодную позднюю осень. Давайте вернемся.
Сейчас я говорю. Нельзя отказывать ребенку. Наступает ночь, ждут дети кроватки. Поскорее засыпает ты, мой сладкий. Легкий сон твой пускай прикроет глазки. И тот час придут из-под подушки сказки. Зайка, медвежонок, колобок, жар птица обязательно хотят тебе присниться. Ну а если ты не будешь спать, я знаю, синий волк придет и писю накусает. Он тебе укусит маленькие ручки, чтоб не мог хватать ты маленькие штучки. Он тебе укусит маленькие ножки, чтоб не мог ты быстро бегать по дорожке. Только попку он тебе кусать не будет, потому что попки он кусать не любит. Маленький сын, когда младший был маленький, он вот синий волк путал, вместо серый волк, он говорил синий волк. Да, и такая хулиганская песенка, я ему придумал, он мне все говорит, папа пой, я говорю, что петь-то, а волка пой. Синий волк ведет, письма кусает. Павел Романович Свердлов работал до недавнего времени техником в Пулково. Вот. У нас с ним уже давнишняя дружба какая-то, песня он написал ему на юбилей, на 50 лет. И, как я уже говорю, этой песней убил сразу двух зайцев. Я поздравил друга, во-первых. Во-вторых, я сочинил песню про техников, в его лице, про всех, которые, значит, обеспечивают нашу безопасность на земле. Вот. И... Ну, там, меня сегодня даже ребята спрашивали, а сколько ты там в Пулково работал? Я говорю, я там в Пулково никогда не работал. Я туда прилетал иногда на А-310, когда работал из Москвы. Вот просто, я говорю, эта песня написана для него, ну, как бы от имени командира, с которым... Вот он летал на этом самолете, на 148 грузный воздух, который... Вот. Ну, или я, говорю, так себя с ним поместил в одну кабину просто для того, чтобы его описать. А вообще реально мы с ним в одной кабине не летали. На 28 правую нам разрешен заход. Нас вновь встречает Пулково, родной аэропорт. А Павел Романович, техник наш, в кабине задремал. Дневную смену отпахал и с нами ночь летал. Зовут все грустным осликом, шутя, наш самолет. И он порой капризные сюрпризы выдает. Но Паша, техник за простяк, найдет причина в чем. И быстро сможет сделать так, чтоб стало все путем. Паша пашет, клубится дым, экипажу спокойно с ним. Паша рядом, и в добрый час, и в порядке, всегда матчасть. Влюблен он в авиацию, как в девушку пацан. На Яке 18-м летать умеет сам. И все, за что б не взялся, он исполнит по уму. В гостиницах и в Пулково, на Кубе и в Крыму. Паша пашет,
клубится дым. Всем, кто рядом, спокойно с ним. Паша рядом, и в добрый час, и все в порядке. Всегда у нас за рулем на стоянку мы сдадим наш самолет, и повезет домой его УАЗик Патриот. Там ждут жена любимая и дымка верный кот. На 28 правую нам разрешен заход. Годы птицы летят, летят, недавно было 30, а вот уж 50. Годы мчатся, но это не беда, ведь если разобраться, чего, то 50 всего. А Паша, Паша, купится дым экипажем, спокойно с ним. Паша рядом, и в добрый час, и все в порядке. Всегда у нас пам-па-дам-пам-па-д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 
Позови меня за собой, поделись своей судьбой, чистый небосвод голубой, расчеркнем инверсии мелом, будто в первый раз я опять понял, что живу, чтоб летать, в небо самолет поднимать. Для меня, любимое дело это, и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо самолетиком бумажным снова дорога чья-то устремится. Мы порой бывает брюзжим, трудно, мол, спланировать жизнь, ломанный дурацкий режим и ночей бессонных усталость. Но нам зато дана высота и небесная красота, географии широта, все, о чем когда-то мечталось, это и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Позови в дорогу меня, города и страны менять, ветры в вышине обгонять, над седой бескрайней равниной и опять лететь на рассвет и оставить в небе свой след и замысловатый сюжет с белой полоской длинной. Это и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится.
Вина. Журавлин пит. Все, что спел, неторопливо, разбирая по куплету, я когда-то был счастливым, только вот не знал об этом, не догадывался, даже не задумывался просто. А теперь, ну что тут скажешь, вдруг почувствовал так остро, да чего мне часто не хватает. Глаз твоих и сеточки морщин, и куда-то с ветром улетает, тает в сером небе журавлиный клик. Мы придумываем часто непонятные предлоги, и на части делим счастье, и расходятся дороги. Красоту не замечаем и не ценим вдохновение, а потом, когда теряем, так страдаем с упоением. Несколько минут тебе, родная, на слова и слезы без причин, и куда-то с ветром улетает, тает в сером небе журавлиный клин. Совсем немного надо, чтобы толком разобраться, осознать, что счастье рядом, и за ним не надо гнаться. Только нам того, что с нами, от чего-то не хватает. И снова вслед за журавлями самолеты улетают. Несколько минут и все случится, и растает в небе гул турбин. Улетит серебряная птица, снится, ты мне будешь просто без причин. Несколько минут тебе, родная, и растает в небе гул турбин, и куда-то с ветром улетает, тает в сером небе журавлиный клик. Куда-то с ветром улетая, тая в сером небе журавлиный клин. Я обязан, но пока не получается. Нельзя же делать такие песни абы как, да? Это или хорошо, или никак. В общем, пока не готов.
Кажется, еще вчера биографию я начинал по северам советской географии. Нефтеюганский стрежевой узнали брата нашего на дым и новый Уренгой, Ноябрьск и Колпашево, Абские берега, болото и тайга кругом. Как кони и комары, ну точно не Атлантика. Зимой сугробы в рост, под 45 мороз потом. Не сможешь позабыть сибирскую романтику. А кажется, не так давно мы только начинали жить, гордились тем, что нам дано простор небесный бороздить. И лучше синей формы той ей-богу в мире не было, и гул турбин, и рев винтов опять манили в небо нас. И пело, и цвело, а впереди вся жизнь была. Хотелось и моглось с девчонками и песнями. Казалось, не спеша, вода в реке оби текла. Казалось, в 25 так далеко до пенсии. И были запахи острей, и ярче были краски там, а выше, дальше и быстрей летать лишь предстояло нам. И временем не дорожил, и не считал беспечный я. Но кто же знал, что эта жизнь такая быстротечная? Наяву, не на конфетном фантике. И сладкий дым печеной, и ледоход весной потом. Не сможешь позабыть сибирскую романтику. Читала, и летных законов не шла, летала себе как попало,
свободной птицей была, летала себе как попало, и вольной птицей была. Не шли на нее расшифровки, никто на нее не гундел, и главный начальник Марковкин претензий к ней не имел. И главный начальник Марковкин претензий к ней не имел. Не ждали ее на разборах, учебах и тех, и других. И главное, на тренажерах никто ей не парил мозги. Короче, не жизнь, а малина. Короче, летая не хочу. И лишь об одном сожалела, что слэка-то не было там, и шансов она не имела вообще никаких, списаться никак по ушам. Спасибо. Подрастают у меня сыновья, чем-то в жизни предстоит заниматься им, и хочу им посоветовать я. Не ходите, пацаны, в авиацию, нынче летчики, увы, не в цене, а работа не из легких и строгая, и поэтому не хочется мне, чтобы вы пошли отцовской дорогою, а небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Это кайф в своих руках ощутить, как послушна тебе мощь многотонная. Но приходится за это платить липким потом и ночами бессонными, и о ребра часовых поясов. Биоритмы сбиты напрочь давным-давно, и в кабине по 15 часов. И здоровье на болячке разменяно, но небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Есть красивое, но кроме того, перегрузки, стрессы и радиация. Не ударьтесь о крыло головой, не ходите, пацаны, в авиацию. На земле профессий не сосчитать. Подбирай себе бытие беззаботное. Я бы сам, когда все снова начать, то, наверное, пошел снова в летное. Ведь небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Спасибо. Ну и следующая песня опять про небо. А до неба мне легко достать рукой, дотянуться просто до любого облака, улететь и далеко, и высоко, и вернуться вдруг, и оказаться около, оказаться снова около тебя. И опять смотреть в глаза твои красивые, те глаза, что на меня глядят, любя. И бездонны, словно это небо синее,
поделись улыбкою своей. Нам уж точно не о чем печалиться, наша жизнь из самых лучших дней. До сих пор была и дальше не кончается. Мне, конечно, нужно больше про любовь, говорить тебе и звать тебя красавицей. Если хочешь, я возьму тебя с собой в наше небо, и оно тебе понравится. Прогуляемся по белым облакам, а потом еще прокатимся по радуге. И придумать я смогу наверняка что-нибудь такое, чтоб тебя порадовать. Поделись улыбкою своей. Нам уж точно не о чем печалиться, наша жизнь из самых лучших дней. До сих пор было и дальше не кончается. Поделись улыбкою своей. Нам уж точно не о чем печалиться, наша жизнь из самых лучших дней. До сих пор была и дальше не кончается. До сих пор была и дальше не кончается. До сих пор была и радость не кончается. Чуть-чуть осталось и все. Потерпите, маленько. Лена, я лечу к тебе. Песня, которая посвящается нашим женщинам. А, в частности, моей жене. Вышло часто нам с тобою расставаться, и тебе одной подолгу оставаться. Когда я опять куда-то улетаю, вышла над землею мне по всей земле мотаться, покидать тебя и снова возвращаться, ожидать тебя все время заставляя белым крестиком по небу. Снова мы рисуем наш маршрут. Девять, шар земной набыл, и небо были, и небы снова вдаль зовут, снова вдаль зовут. Знаешь, ветер странствий не всегда попутный ветер, и не только море с пальмами нам светит. Попадали мы в шторма и снегопады. Знаешь, интересных очень много мест на свете, но люблю я, помотавшись по планете, оказаться снова вдруг с тобою рядом. Белым крестиком по небу снова мы рисуем наш маршрут. Дели, шар земной набыл, и небо, были небы, снова вдаль зову. А если к небу голову поднимешь прямо над собою в вышине, белую полоску ты увидишь, и, конечно, вспомнишь обо мне, вспомнишь обо мне. Крылья не растут у нас, конечно, за плечами, но мне кажется, что вовсе не случайно нам даны с тобою крылья, не замечу. Крылья, сколько раз они с тобой нас разлучали, чтобы через ожидания и печали
вновь и вновь нести меня к тебе навстречу. Белым, белым крестиком по небу снова мы рисуем наш маршрут. Делим шар земной на был и не был, были небы, снова вдаль зовут. А если к небу голову поднимешь, где-то выше стаи голубей, белую полоску ты увидишь, это снова я лечу к тебе, я лечу к тебе. День святого Валентина, утро грустная картина. На перроне задубевший самолет, он не хочет запускаться, есть возможность задолбаться. И уже вспотел дрожать второй пилот. Он не хочет запускаться, есть возможность задолбаться. И уже вспотел дрожать второй пилот. День святого Валентина, вся промерзшая кабина, минус 30 за бортом и на борту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. Вот ведь вышла незадача, чей-то происк не иначе. Что за гад придумал эту маяту? В Нижнем Новгороде, в Горьком, где какие-то там зорьки, замерзает на перроне лайнер ту. В Нижнем Новгороде, в Горьком, где какие-то там зорьки, замерзает на перроне лайнер ту. На зуб-зуб не попадает, организм вовсю страдает, и, похоже, назревает ОРВИ. И как-то даже не спортивно в день святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. Ну, согласись, не спортивно в день святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. От такого охлаждения штурман тоже впал в смятение, и в глазах недоумение, мог как понять, что в день святого Валентина замерзаем коллективно, вместо того, чтобы с кем-нибудь не замерзать. День святого Валентина замерзаем коллективно, вместо того, чтобы алкоголь употреблять. День святого Валентина надо женщине, мужчину, и мужчине тоже женщина нужна. А я, наверное, не мужчина, ведь в день святого Валентина нужно мне взлететь и больше не рожна. А я сегодня не мужчина, ведь в день святого Валентина я взлететь хочу и больше никого. Наконец, восьмой попытки, разогревшись от избытка непристойных выражений, захотел наш кормилец запуститься и со Стригина проститься, и в Москву на дома Дедова взлетел. Наш кормилец запустился, с Горьким городом простился, и в Москву на дома Дедова взлетел. Когда я домой приеду в понедельник, а не в среду, то жена меня обнимет, и тогда спросит, где ты был, скотина, день святого Валентина. И, наверное, не поверит,
как всегда. Заявки выполнены, ну, просто уже и время, я уже сам себе надоел, да, вот, говорит, приходите в феврале, хорошо, вот, а, значит, сейчас у нас традиционная, ну, ладно, это будет предпоследняя песня. Я просто уже люди устали, уже начинают уходить. Нормально. Ренат, ну давай «Золотую осень» поставь, она там. Она не в плане, она где-то внизу. Опускаешь руки мне на плечи. Обо всем. С тобою забываю, ты меня от всех недугов лечишь. Золотая осень, золотая, ты меня от всех недугов лечишь. Золотая осень, золотая. Обещаешь рай земной не меньше, паутиной нежной оплетая, самая красивая из женщин. Золотая осень, золотая, самая красивая из женщин. Золотая осень, золотая, я тебе не в силах не поверить, ни о чем другом и не мечтая. И опять твои открою двери. Золотая осень, золотая, я опять твои открою двери. Золотая осень, золотая. Околдуешь сказкой, одурманишь, за собой куда-то увлекая, и легко с улыбкою обманешь. Золотая осень, золотая, и легко с улыбкою обманешь. Золотая осень, золотая, золотая, золотая. Thank you.
Ну и стружно. Ну и традиционно у нас досвидательная песня. Это «Давайте будем счастливы». Призыв. Помешать никто не сможет. Поверьте, все зависит лишь от нас. И эта вера нам во всем поможет. Давайте будем счастливы потом. Для счастья много есть причин на свете. Да просто потому, что мы живем. Да просто потому, что солнце светит. Давайте будем счастливы всегда, в любой момент и в каждое мгновение. И радость разольется, как вода, и небо нам подарит вдохновение. Всегда, в любой момент и в каждое мгновенье. И радость разольется, как вода, и небо нам подарит вдохновение. Давайте будем счастливы всегда. Давайте будем счастливы всегда. Я вам желаю счастья. Большое спасибо, что вы пришли. У нас получился замечательный вечер. Я буду очень рад, если вы придете 4 февраля. О том же составе, что кого-нибудь с собой привезли. Спасибо большое. Пожелает вам, кто-то сел сюда, там что-то, подписывал диски.